Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И я вас приглашаю на третий поток совместника по вязанию джемпера паутинка. Такой джемпер вяжется спицами, и на первых двух потоках девчонки вязали именно паутинки. Но в этот раз я предлагаю вам связать не только паутинки. Дело в том, что на своих совместниках я девчонкам даю калькулятор расчетов, по которому можно связать все, что угодно, из любой пряжи и на любой размер. А так как у нас сейчас весна, а впереди и лето, можно вязать что-то полегче. То есть можно связать такой же джемпер, но из летних ниток, из льна, из шелка, из хлопка. Можно связать футболку с коротким рукавом. То есть да, такое тоже возможно. В калькуляторе вы задаете свои параметры, и он вам все посчитает. И я уже сказала, что изделия могут быть разные по составу пряжи, по своему размеру, но неизменным у нас будет оставаться модель, форма изделия, силуэт. Мы будем вязать вот такой цельнокроенный рукавчик, его еще называют форма кимоно. Вязать мы будем снизу вверх, и вот здесь уходить на рукава. То есть у нас будет изделие вязаться сначала по кругу, потом поворотными рядами. И что самое замечательное, в этом изделии нигде нет никаких швов. Посмотрите, вот видите, на моей паутинке нет швов ни здесь, ни здесь. Единственные два шва — это вот здесь декоративные шовчики по верху. То есть на рукавах снизу тоже нет никаких швов. Это нам с вами облегчает задачу, то есть ускоряет процесс, не надо делать каких-то сшиваний деталей и так далее. И можно связать все изделие от одной нитки. И если вы будете вязать из бобинной пряжи, то у вас точно не будет никаких узелков, никаких швов, никаких соединений нити. И по поводу пряжи мы уже разговаривали в предыдущем видео, можете посмотреть. Я проводила прямой эфир с магазином «Все связано». Ольга Бочарникова, владельца магазина, нам рассказала о том, какую пряжу стоит выбирать, какой мохер стоит подбирать, если вы собираетесь вязать паутинку, какие пряжи, на какие пряжи летнего, так скажем, характера стоит обратить внимание, чтобы у вас модель хорошо смотрелась, вот именно вот этот силуэт модели. Я не сторонник того, чтобы все вязали одинаковые изделия, я сама не люблю вязать одно и то же, хотя паутинка — это для меня исключение, я их связала уже 3 штуки, настолько затягивает этот процесс и вяжется она легко и просто. Кстати, для новичков такой приятный момент, вязать мы будем по кругу, и сами понимаете, если лицевую гладь вязать по кругу, мы будем вязать одни лицевые петли. На мой взгляд, это тоже убыстряет процесс. Я вот, например, лицевые петли вяжу намного быстрее, чем изнаночные. И можно, в принципе, не смотреть вязание, а сидеть и наблюдать по телевизору какой-нибудь сериальчик. Совместник будет проходить в закрытом телеграм-канале. Каждый день вы будете получать видеоуроки, смотреть их, естественно, повторять и присылать мне на проверку домашние задания. Конечно же, мы с вами вначале определимся с вашей моделью, посмотрим, какая пряжа у вас подобрана и что из нее можно придумать. Я, возможно, какие-то советы для вас дам, либо предостерегу вас от каких-то ошибок. Затем я расскажу вам, стоит ли вязать образец, для чего он нужен, и вы на основе своих образцов сделайте расчеты в калькуляторе, а дальше уже пойдете вязать свои изделия, которых не будет точно ни у кого. Так что обязательно присоединяйтесь к нашему совместнику, будем вязать вместе. Согласитесь, в теплой дружной компании вязать намного веселее, это и стимулирует, и хочется закончить все свои домашние дела и быстрее взять вязание. Я с вами буду на связи в течение месяца, и все материалы, которые вы получите на этом совместнике, у вас останутся навсегда. Начало совместника уже 9 апреля, а прямо сейчас вы можете перейти по ссылке, добавить товар совместником в корзину и оплатить. После оплаты вам на почту придет приглашение со ссылкой на закрытый чат телеграм-канала.
вы туда вступаете и ждете начала совместника. И сейчас у меня для вас очень выгодное предложение. Ну, во-первых, старт продаж мы начинаем со скидок, которые по мере приближения начала совместника будут таять. А для самых быстрых и самых активных у меня есть дополнительный промокод на еще большую скидку. Если прямо сейчас вы пройдете по ссылочке, добавите товар в корзину, вы там увидите поле, у вас есть промокод. Вот в это поле вводите слово «скорость» большими буквами, и ваша цена еще уменьшится. Так что торопитесь, таких промокодов всего 10 штук, и кто успеет, тот придет на совместник по более выгодной цене. А у меня на этом все. Жду всех вас на совместнике и обещаю, что будет интересно и продуктивно. Пока-пока!